Боюсь. Мама, к нам пришла девочка из Мойдодыра. Тая, иди носки одень, пожалуйста. Ну что, как тебе задумка моя, нравится или нет? Да, нравится. Нравится, точно? Да, голова вообще, видишь, гениальная. Какая? Гениальная. Гениальная идея рождается. А тут оно на оружие этот не высветливается, да? Нет, нормально? Я специальный размер такой, чтобы оно... А ты это сам, да, шкурил? Да, это я строгал. Это я подготовил, друзья, доски. Как обои поклеили, сразу эти доски приготовил. Я не думал, что настолько матрас задержится. Не, довольно-таки быстро. Нам обещали еще позднее. Мы обещали максимум 2 недели. А привезли за неделю. Надо было раньше заказать. Да, просто мы не знали, что там быстро. Мы думали. Так. Ты, я думаю, никуда оно не денется. Да, можно даже я сяду. Можно сесть? Можно. Ой, оно вообще хорошо держится. Вот я сижу. Правда, не видно. Ноги мои висят. Так, сейчас там еще доски я приготовил. Еще приготовил доски. 90 под матрас. Так, а тут 90. Я боялся, что я их ошибусь чуть-чуть. Короче, ножек не будет. И я поднял повыше, тут у меня 35 сантиметров высота, по-моему, да? Вот, 34 на сантиметр ошибся. Чтобы можно было что-то положить под низ, там, контейнерки поставить. Обувь, коробка. Обувь там в коробках, да, что-нибудь, коробки какие-то. Вот, потому что реально наши кровати, вот огромная кровать на полкомнаты, а ничего туда не засунешь, вообще ничего. Ну чё? Давай матрас, да? Можно? Не, как куда? Сейчас досточки, там я напилены досточки. А, еще и доски будут. Сейчас я принесу. Что как положено. Спасибо. Хватит, не хватит дощечек этих? Хватит. Ну, папа вообще и красавчик. Чё? Руки встряхни. А? Руки встряхни. В опилках? Угу. Я немножко их укорачивал, чуть-чуть длиннее делал. Тогда. Класс. Ой, почему-то длинная. Так. Укоротить чуть-чуть. А вот это нижнее валяется. Так. Он совсем короткий. Ну что, конец? Нет, матрас еще надо положить. Вот это надо убрать. Надежная. Да. Какие-то ножницы не лезут. Старый. Ура! У Леры будет своя кровать, но наконец-то Лера будет в комнате жить. Своей. Да, своей. Разбегайся. Ой, что там мне мешает? Мягкой стороной. А, мягкой с другой стороны. Они сами прикручивали. Кто? Палки. Они не прикручиваются? Палки нет, вот эти стояки. Нет,
Да, я лягу. Куда ты ляжешь? На матрас. Можно? У меня одежда чистая. У меня одежда чистая. А застилать? О, класс! Попрыгай. Нет. Зачем? Попрыгай. Я стою здесь жить. А мы уже головой в другую сторону. Алиса, иди ко мне. Убери фломастер. Я рисую. Тая. Тигр. Тигр. Ложись сюда. Ложись. Чего так низко? Алиса, ложись. Чего так низко? Где нормально низко? Это самое то, чтобы падать не было больно. Ложись. Ну, давайте, испытывайте кровать. Все. Теперь, папа, твоя очередь. Вот так вот. Ни одной ножки. Снизу можно еще матрас, еще кого-нибудь положить спать. Это что это? Алиса мне подарила кота. Мне его надо повесить куда-нибудь. Подожди, Алиса, ты сама нарисовала? Да. Ну сюда давай. Не, ну если внимательно присмотреться на лицо, то у него там, да, глазки, носик, ушки, ротик. Да, только 5 надо было в другую сторону писать, Алиса. А что, 5 лет, да? Да, это она сама писала. Какой ее оригинальный кот? Посмотри, посмотри на меня. Вообще, друзья, сами мысли вот. Хочу поделиться своими соображениями. Я вот задумываюсь, почему вот вещи некуда девать, вещи, много чего. Думаю, как они раньше помещались, там многие, там тазики, там еще что-нибудь. Ну, может, конечно, оно неправильно, но вот, может быть, относительно там. В общем, сейчас расскажу свои мысли. Вот кровать в нашем домике. Огромная кровать, довольно широченная, не знаю. Вот, вот она внизу, расстояние, видите, да, ладошка, в притирку ладошка, то есть сантиметров 10. Вот, там вот чисто пылесборник и все там, что туда положишь. Вот. Я раньше помню, друзья, раньше тыкву заносили, под кровать складывали. Ну, игрушки там стояли в коробках. Вот, сейчас игрушки там на полках, ну, тыква гниет. Вот, стараюсь оскормить. И вот мысль, эту я кровать подвесил. Сейчас думаю, вот эта кровать, которую я вам только что показал. Вот. Я думаю, может быть, ножки нарастить на ней. Вот, можно в контейнера сложить там что-нибудь там. Ну, не знаю, что-нибудь в контейнера. Чтобы контейнера эти залазили под кровать. И ставить под кроватью там. Много там такого. Чтобы место не занимало. Ну, или коробки, или пластиковые контейнера сейчас продаются в дом. Но у нас в доме кровать... еще больше, длиннее и шире, вот, и тоже она вот, ну, чуть-чуть выше, тоже под нее ничего, как бы просто пылесборник. Я думаю, это не порядок. Я вот думаю, надо как-то дорастить ножки. А с Надюшей об этом поговорить. Такие вот мысли у меня чисто для экономии места. Ну, почему бы и нет. Так, надо с этой комнаты заканчивать. Здесь мне что-то выключатель вчера завыделывал за не знаю что. Посмотрим, может, другой сюда поставить. Сейчас смотрю, не в тему он здесь стоит. Но он не будет до душевой кабины далеко доставать. Так.
симпотненько так получается. Надо доделывать, друзья. На улице уже вечерок. Наверное, буду вечером тут заниматься. Есть из чего делать. Есть фронт работы, да? Из чего делать, что делать. Короче, друзья, раздаю клубнику. Вот эту покупать, да? Копай, да, она. Видишь, она с цветочками даже. Ну да. А ты посудку взял какую-нибудь? Да. Мешок. Да. Пойдет? О, замечательно, да. Пойдет. А зачем? У меня вот эта плантация, я засадил с одного ведра корешков. Она, короче, на следующий год она тебе даст усиков, надает, и куст поделишь. О, так вот скоро можно кушать, видишь? Да, не этот. Просто что я, возможно, буду распахивать скоро. Жалко, такую клубнику убьешь. Ну, погиб. Вот друзьям раздаю. Погибнет клубника. Размножайте, потом тоже будете раздавать. Да. Ага. Да, она что-то, блин, погибает. Я не знаю, Ленка посадила. Затенять надо. Половина. Вот этот сорт надо затенять. Как? Я ее наоборот на солнце. Не, затенять. Надюш, приходил коллега, бывший с работы. Я ему клубники там. Накопал. Можно? Да. А что ты спрашиваешь? Ты же дома хозяин. Хочу козам травки накосить на ночь с улицы. То с огорода рвем. Да, травы в этом году можно было быка выкормить, наверное. Ну что? Хорошо наелась? Я вам там еще вкусняшки положил. Да. Что-то вы понаедались, а ничего не съели. Как бочонки. Новые колобки. И ты колобок. Есть и есть. Толя, алло. Я хочу тебя спросить, а вот это что? Ржавчина, да? Это капли? Где? Не пойму. Хотела сюда начать, думаю, что это такое? А это содрать, наверное, надо. Это может там... Не, это не ржавчина, это оно... Там что-то... Что? Что-то застыло. Жир? Жир. Тут была летняя кухня. Так, и знаешь, что надо? Краска будет густая, растворитель закончился. Немножко густоватая будет. Хорошо. Надо чем-нибудь это отобрать.
Ну, щетку принесла, пометала. Как ты думаешь, она с ней справится? А что там отдирать там-то? Вот эти ляпы. А, от штукатурки, от цемента? Да. Может, антижир взять тут? Да не надо это. Это надо убрать отсюда, чтобы не испачкать. Вот это классная щетка. Я сволок уже почистила. Хорошо чистит. Сволок можно этой водоэмульсионной покрасить. Да нет, я обычно покрашу. А вот эти плинтуса водоэмульсионкой. Обычной краской, мне кажется, лучше будет сволок. Смотреться лучше? Да. Она будет глянцевая. Ну да. Козы как колобки, слушай, я их заводила, они прямо этот, ноги в растопырку. А, понаедались. Ага. Наконец-то сытый. Я им на улице травы накосил. А он сидит, коза, не ест ничего. Наелась, наверное. Объявила голодовку. Мужчины, хорошее место их виднее. Да трава растет. Соседка говорит, я тебя не узнаю. Говорит, всегда так чистый был огород. Ну, у тебя сейчас не только огород. Да, и ремонт. Комнату Леве сделали наконец-то. Можно я вот такое? Ты будешь красить? Нет, тигры не красят. Я посмотрю на тигра. Ты еще тигр. Да что ты, вот сидел на тигра. Ну, в следующий раз красить, ладно? Возьмите. Надеюсь, он не просохнет, эта труба железная. Ну, я возьму этот, сухую тряпку. Кроме если феном просушить. Да не, все фен. Мама, вы все хотите красить? Жир. Нет, не здесь. Это реально. Где? Может, завтра покрасим, пусть просохнет, а? Или тут уже сохнет, я не пойму. Или тут, тут не тёрло, наверное. Да. Там еще не тёрло. Ну, ладно, сейчас жиром, как бороться с жиром? Может, этот, баньку затопить, чтобы быстрее высохло? Думаешь? Ну, решай ты. Если хочешь... Затопить. Ты хотела попариться еще? Да нет? Хотела. Затопить недолго. И высохнет вода это быстрее, чтобы краска действительно. Если ты сегодня хочешь красить. Не, сегодня буду красить. Я бы такой бы, может, завтра. Не-не-не. Сегодня мне надо покрасить. А то я уже дома хочу. Да, я. Вот уже помощница растет. Наверное, еще несколько дней и будет эта самая комната готова полностью. Да ладно. Не может. Ой, ты накапала. Ой, ничего. Сейчас повытираю. Плитки, оно хорошо даже когда засыхает. Даже когда засыхает? Да, снимается. Ну, теперь все беленькое. Теперь труба. Так, детки.
Детки крестики мне вынимают. С какой стороны добраться до нужно? Только ж кран не крась. Кран не будет. Кран нельзя красить. Ну да, он засыхает потом и не работает. Да? Нет, просто цветные металлы не красятся. Почему? Ну, не знаю, почему-то так. Какой у тебя? Вот этот не вылазит? Давай помогу. Давай. Оп. О, не вылазит. Все, давай другой доставай. Вот умнички. Помощницы мои. Мои золотульки. Что, все затирать надо будет. Завтра я доложу тут плитку. Доложишь тут? Да, завтра будет, я надеюсь, все готово. Единственное, этот, с обогревом воды я еще не решил. Родственник писал этот бойлер электрический, Олег. Не, я хочу что-то такое на дровах. На дровах. Мы тут будем пользоваться этим раз. Два раза в неделю. Раза два в неделю, может. Ну да. У нас-то душ, ванная в доме. Так что тут. Ну, вроде все, я тут справилась с задачей. Пойду по второму кругу. Жарко, да-то? Давай еще, папа. Не-не-не, пока не будем дровишку, потом положим. А что? Какая красивая. Завтра проснусь. Ну вот это старинее. Вот это на полу, которое, да, старинее. Нет. Нет? Я думаю, оно типа... Ну, комплект, не комплект. Может, раньше такой стандарт был 15 на 15. Я говорю, старинею. Древней. Завтра проснусь и сразу в бой. Сейчас наношу, чтобы все было готово. Вот, и завтра хочу эту плиточкой дыц. Вот тут тоже так вот чик. Вот таечка мне помогает. Умничка, дочь. Друзья, сегодня продолжаем читать послание в Рим. 9 глава с 8 по 13 текст. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изворение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больше будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исаак Исава возненавидел». Такие вот странные слова, да, Иакова возлюбил, Исава возненавидел. Но мы видим, что здесь Бог делает выбор. То есть он выбрал, что Сара родит сына. Вот дальше он тоже выбирает Иакова. Вот, то есть дети Божии, те, кого Бог выбирает.
Как-то, конечно, немножко странноватые тексты такие для размышления, но, тем не менее, так написано. Спасибо, друзья, что вы с нами. До встречи, пока.